смотрю на себя отражением в окне, иногда черной тенью на белой стене, словом, жестом, улыбкой, ухмылкой в лице, ускользающим образом смерти в отце. Щемящим в отцовской спине, непонятно зачем адресованы мне. Я смотрю на себя и пытаюсь понять, как мне свойство найти необъятность обнять. Обличающих таких проявлений души, духа, тела, ума, чтоб сказать, это жизнь, а не то, что мы, походя, жизнью зовем, той, которой мы, походя, так и живем. Я смотрю на себя отражением в словах, в песнях, мыслях, в эмоциях, чувствах и в снах, ураганом сметающим крышу и дом, тем, кто только мечтает о чувстве шестом. Исполнил по жизни, что смог и хотел. Это только начало. Иди и смотри, не оценивай и ничего не бери. Придется отдать. Заберешь, но лишь то, что сумеешь понять. Да и то не умом, проку нет от ума. Хоть полным подчас уже все закрома. Я смотрю на себя из земли и с небес. Отражением моим служит даже процесс зарождения в камне и в душах любви, в суть проникнув и суть, изучив изнутри. Став самой этой сутью, сознание.